Бесполезность ПТСО в одном ролике. Посмотрите, что здесь происходит. Герой выпуска прижался боком к танку, и что? Что теперь сможет сделать эта поломанная машина? Да, фанатов ПТСО много, но задумайтесь почему. А все дело в простоте управления. Если вам не удается покорить геймплей с тэшки, вы прыгаете на бракованный танк, у которого даже не вращается башня. ПТСРАУ в блице стабильно не сможет выносить весомый вклад в победу. Посмотрите на сетап в высоком рейтинге, там вообще нет этого говна. Если вы хотите вылезти из дна, бросайте это гиблое дело играть на ПТ. Привыкайте к управлению, изучайте перекатки, учитесь выживать и меняйте слитые фланги. Делайте все это, все то, что ПТСРАУ никогда не сможет, и уже скоро вы ощутите прирост вашего процента побед.